Один из лучших физкультурно-спортивных клубов региона, Иртышский, получил комплект инвентаря на средства гранта за победу во всероссийском конкурсе в рамках проекта «Спорт на селе». По словам директора клуба Андрея Корнеева, в поселке Иртышский солидная спортивная база, стадион, спорткомплекс. Большинство жителей поселения активно занимаются физкультурой и спортом. Инициатива пришла к нам от физкультурно-спортивного клуба «Урожай». Мы все документы подготовили, календарный план у нас рабочий, то есть все тренеры, которые находятся на базе поселка, они все ведут тренировки и соревнования, все у нас проводятся. Мы просто собрали всю свою информацию, эту информацию отправили в Москву и через определенное время узнали, что мы оказались в числе победителей всех регионов России. Сумма гранта 200 тысяч рублей. Новый инвентарь подбирали с акцентом на улучшение качества тренировок и увеличение числа занимающихся. Учли интересы всех возрастных категорий. Братья Иван и Егор Сапроновы занимаются спортом с 4 лет. Сейчас они победители первенства района и области по гиревому спорту. Параллельно увлекаются бегом, лыжными гонками, любят ходить в походы. Очень обрадовались приобретению лыжероллеров и туристического инвентаря. Мы с братом очень любим спорт. Особенно нам нравится гиревой спорт. Мы призеры разных турниров, и у нас привезли нового разного инвентаря. И благодаря этому мы можем больше увеличивать свою силу. Много интересных вариантов для жителей поселка старше 50 лет. Дартс, ракетки для настольного тенниса, большие гимнастические мячи, палки для скандинавской ходьбы. Весь этот инвентарь будет использоваться и в группах здоровья, и в массовых спортивных соревнованиях. Ближайшие пройдут в Иртышском во второй половине октября.